Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 марта. Память святого мученика Папы. Святой Папа был родом из ликаонского города Ларанды и жил в царствовании императора Максимиана. За исповедание Христовой веры он был предан на страдания в родном своем городе. Затем в Диокесарии и, наконец, в Селестии Саврийской. Он был бит розгами, терзаем железными когтями, прошел длинный путь в сапогах с железными гвоздями и кончил свою жизнь, привязанный к дереву. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.